Раз, два. Здравствуйте, дорогие! Здравствуйте! Ну вот Андрея Бобровникова вы знаете все, он не в первый раз на Обнинской ноте и в Обнинске, а я в Обнинске, можно сказать, вот с такой программой впервые я... Поэтому он говорит больше. Да. Меня зовут Андрей Букреев, я автор-исполнитель из города Воронежа, мы с Андрюхой вообще живем там рядом. Грешный, грешный, да. Да, и вот в Обнинске я был впервые на фестивале «Обнинская нота» в этом году, в этом. Пока еще в этом. И думаю, что еще все же побываю в Обнинске. А вот на самом деле Андрюха, он просто, как всегда, ложно скромничает. Я моложе и хамоватей, поэтому я скажу так, очень тепло приняли Андрея Букреева на Обнинской ноте в этом году. Мы-то уже и здесь, в Малом Органном Зале с Олегом Барбашом играли отдельный концерт. И очень дружим с фестивалем «Обнинская нота». И, конечно же, всем организаторам во главе с Оксаной Рачкулик низкий поклон, что они делают этот фестиваль. И круто, что вот Андрюха добрался, и что нам случилась возможность для вас сегодня сыграть этот концерт. Это очень приятно, и здесь совершенно особая атмосфера в этом зале. Вот я каждый раз, когда приезжаю, поражаюсь. Вот, я думаю, что все сегодня будет хорошо. Ну что, Андрюх, начинай? Начнем, да, давайте. В коммунальной квартире зажгли свечи, света нет, электрик будет в пятницу вечером, и будет свет. Мой сосед тот, что в комнате рядом с напольной вазой, в которой завял цветок, создает небывалой красоты алмазы. Он Бог. Баба Тамара слушает Лепса, в духовке стынет пирог. У нее давление и больное сердце, муж отбывает срок. Угол у каждого своя половина, двери порог. Годы идут, серебрится у Галины весок. Так и живем, чет или нечет, чет или нечет, почет. Сколько платили, платить уже нечем, год. Так и живем, чет или нечет, чет или нечет. Так и живем, чет или нечет, чет или нечет. Светлане, матери, одиночки, завтра рано вставать. Малышка в кроватке плакала ночью и не давала спать. Петрович за стенкой храпит после смены весь день. Новый сожитель соседки Лены олень. Бывший художник Мосфильма старый и очень больной Карим стоит в коридоре в трусах и шепчет: горим. Плывут за окном подъемные краны сквозь снег. Живет и строит какие-то планы ковчег. Так и живем, чет или нечет, чет или нечет, почет. Сколько платили, платить уже нечем, год. Так и живем, чет или нечет, чет или нечет. Так и живем, чет или нечет, чет или нечет. Жизнь продолжается, было и не было, лежу и смотрю в потолок. Умер сосед, тот, что в комнате рядом, с напольной вазой, в которой завял цветок. Так и живем, чет или нечет. Так и живем, чет или нечет, чет или нечет. Так и живем, чет или нечет, чет или нечет. Так и живем, чет или нечет, чет или нечет. Вот, так и живем.
Спасибо. Сейчас я попрошу Андрея, потому что мы в проекте 4G, о котором, конечно, может быть, стоит рассказать отдельно,